вы, друзья, видите трубы на нашем строительном объекте. Это не случайно. У нас сейчас работают так называемые пламбры. Это сантехники. Вот тут они вот. Вы слышите там какие-то звуки? Вот вы видите трубы. Может быть, и раньше видели. А вот к ним уже тут много чего такого появляется. Я в этом деле человек темный. Но надо сказать, что сами ребята не очень разговорчивые. Был вопрос, что вот это светильник будет здесь. Уже расставили практически будущие светильники, их много. Вот. Но самый такой серьезный элемент, которого мы ожидаем, это вот Сити постановил, что в среду нам тут будут копать траншею. Вот сюда. Будут копать траншею для вот этих всех работ для отводки канализации, для включения ее в городскую канализацию. И вот когда этот элемент будет сделан, тогда начнется много других работ вот тут на объекте. Пока у нас там очень мало чего происходит. Вот. Ну, в общем-то, вы видите, электрика уже вся на месте. Что еще хочу сказать? Я хочу, чтобы вы посмотрели на этот проводок. Некоторые электрику критикуют. Там двойная оплетка, и там мне говорили, что медные провода. Я так, честно сказать, на глаз не очень вижу. Может быть, вы лучше увидите медность этих проводов. То, в общем, как бы не просто так. Да. Что? Я хочу сказать, вы видите там через дырочку, что уходит туда вниз, под дом, crawl space, так называемый, вот здесь, с этим сейчас ребята. И, соответственно, есть человек, который, он так небольшой по размеру и такой же возрастной дяденька, и он под дом залезает и там делает вот ту работу в этом ограниченном пространстве, которое вниз, наш забор. Вот наш объект, так, а вот под объектом у нас, видите, как так положили картон, чтобы так почище было. И вот туда провода пошли, видите, там удлинитель, и там работает сейчас человек, там внизу свет горит, не видно, там вот светится, там этот человек работает.